Бийские теплоэнергетики подвели итоги проведенных в Бийске гидравлических испытаний. Можно заявить, что в этом году они были непростыми. Из-за погодных условий проверку тепловых сетей на прочность переносили дважды. Если раньше испытания проводили в начале мая, то нынче к работам приступили в последних числах месяца. Сейчас специалисты компании «Бийск Энерготеплотранзит СГК» активно занимаются устранением выявленных дефектов. Задействовано порядка 10 ремонтных бригад, одна из которых работает в круглосуточном режиме. Отметим, что в этом году выявлено чуть больше 90 технологических повреждений. В 2017-м их было больше, порядка 100. Основная часть, как и прежде, приходится на квартальные сети. Сразу после того, как дефекты будут устранены, в дома бийчан начнет поступать горячая вода. Thank you.